Привет! В эфире Афиша, выпуск с пометкой «Супер». В эти праздничные выходные, дорогие дамы, откладываем все дела на потом и отправляемся отмечать. Я Анна Троян, сейчас все подскажу. Поехали! Пришла весна, а вместе с ней замечательный праздник. Международный женский день в орбите отмечаем все выходные. 7 марта яркий мастер-класс по изготовлению красивейших букетов. С собой обязательно иметь солнечное настроение. А 8 марта, дорогие дамы, весело проведем события на конкурсной программе. В Космополис берите всю свою семью, чтобы отдохнуть от души и получить приятные подарки. Девчонки, все для вас. Приходите отмечать в орбиту. Международный женский день нужно отмечать на полную катушку. Милых дам начнем поздравлять еще в пятницу, по-другому никак. А на вас, мужчины, висит ответственная задача – устроить ей неповторимый досуг. Хотите танцевать с подругой или просто подарить вкусный ужин? В орбите целых 3 разноплановых заведения. По-любому найдете что-то по душе. Ну или сводите ее на праздничный концерт в КДЦ «Союз» в Малаховке. Там весьма антуражно и царит дух Советского Союза. Вам понравится? А в люберецких парках тоже намечается полностью тематический уикенд. В субботу утром заряжаемся энергией и позитивом на тематическом забеге «Паркран» на Наташинских прудах. Все праздничные выходные в Малаховском, Наташинском и Центральном парках – праздничные мастер-классы. 8 марта – кульминация торжества. Большая концертная программа для самых нежных, ласковых и любимых. Леди, приходите! Ну вот и все. Я, Анна Троян, желаю всем виновницам торжества вечной весны в сердце и постоянного процветания. Всем пока-пока!